вас есть стабильное оружие? Стабильное оружие есть у вас? Есть. Есть? Ну вот стреляйте по колесам. Зачем? Ну вот именно. На каком основании? Вот именно основания нужны, чтобы стрелять да по колесам. И также основания нужны для проверки документов. Тяжело. Да если по даже я скажу, что если я даже скажу, что я отказываюсь, все равно по 19-3 не будете оформлять. Ну 106 пункт у вас, в 106 пункте написано непосредственно. Собираемся. По 19.3.1 закрывать. 19.3. 19.1 это совсем другое. 19.3.1 говорю. Давайте с пунктом. Правило дорожного движения 2.4. Ваше удостоверение. Езжу, борюсь. У меня лежит 164-й регламент уже ввели. Уже пора его выучить. По-моему, наизусть. Сейчас, секунду, я запишусь. Статья 5 федерального закона о полиции. Так-то я в рамках правил дорожного движения. Все, посмотрели? Нет, я же говорю, запишу сейчас. Лейтенант полиции Шайдулин. Шайдулин. А, не вижу это имя. Марат. Марат. Мини-Рашидов. Еще раз. Шайдулин Марат Мини-Рашидов. Мини-Рашидов, да? До какого? Мини-Рашидович. Секундочку еще, до какого года у нас его здесь? До 20-го года. Номер. Где фонарик? Номер. Номер. Он уже предоставил под обзором там видео. Ну до полного, до полного ознакомления же. Номер документа я вам не дам. На причину какая? Можете записать номер жетона. У меня 16.06.73, пожалуйста. И также фотографии по документам. Ну, 16.07.73. Слушаю сейчас вас. Марат. Ну, причина с чего? Ну, сейчас вы сошлетесь на 84.13. Правильно? А в 106 пункте у нас что указано? В 106 пункте у нас что указано? Ну, в смысле, как проверим? Ну как проверим документы? Но если у вас в 106 пункте непосредственно сказано основания для проверки документов. Там вот сказано основания. Какие основания? На каком основании вы управляете транспортным средством? Может вы без прав? Да не может у нас быть, может или не может. У нас может или не может, не может быть, понимаете? Если у вас есть какие-то подозрения или еще что-то, да, вы можете меня отстранить и доставить в отдел. Нет, мы же вас отстранить не собираемся. Вот в том-то и дело. Основания для проверки документов, необходимых для участия дорожного движения. У вас есть стабильное оружие? Стабельное оружие есть у вас? Есть. Ну вот стреляйте по колесам. Зачем? Ну вот именно. На каком основании? Вот именно основания нужны, чтобы стрелять по колесам. И также основания нужны для проверки документов. Документ. Ну, с правил дорожного движения. Да, я ознакомился, что вы сотрудник. Я ознакомился. Но я сейчас вам документы передам. Я вам документы передам. Мне придется на вас написать жалобу. Водитель механического транспортного средства. Да, ну. Это во-первых. По законному, законному требованию, поймите. Законному. Сейчас у вас незаконные требования. Я еду. Свет горит, пристегнутый.
Вы незаконно остановили меня, понимаете, ограничили мое право передвижения. Я же являюсь гражданином Российской Федерации. А непосредственно это у нас сказано. Ну, Конституция Российской Федерации, пункт 24. Ну для чего? Пощупать, что ли? Вы их любите, вы пощупать или что? Вы от этого удовольствие получаете, когда вы... На каком основании вы управляете транспортным средством? Как на каком? Ну как на каком я? Ну вы понимаете, ну это незаконно. Я сейчас вам передаю, я вам передам документы, вы поймите. Да я понимаю пункт, но это, понимаете, в пункте 2.1.1 есть основания должны. Основания, понимаете, у вас приказ вам для чего написан? Проверка документа, это во-первых. Дело в том, что в пункте вы видите много проверку документа. Много кто в розыске. Ну так вы и говорите, ориентировка, какая ориентировка? Ознакомьте меня с этой ориентировкой. Почему мы вас должны учить? Многие водители, которые в розыске. Ну так я понимаю, ну так и говорите. Так это так и говорите. Вы остановили и говорите. А вы первое что суете? Вы алкотестер суете. Покажите мне сертификат качества на алкотестер. Потому что многие водители ездят в нетрезвом состоянии, которые... Я не спорю с вами. Не спорю. Который выезжает на встречную полосу. Вот сегодня только на Алексасейке машина не остановилась. Дай Солярис. Тоже гоняли. И улетел он в Туле. Ладно, настоящая машина чуть-чуть только осталась. Ладно, сам жив, здоров, ну пьяный за рулем, понимаете? Пусть несет ответственность, у нас за это несет человек ответственность. А как нам выявлять нетрезвых водителей, которые совершают ДТП, скрываются, следствие ДТП, уезжают, вот. Ну, вот вы и выявляете, вот вы и выявляете. Вам нас пишут, может вы... Ну я же вам еще раз говорю, основания, да у вас просто логически... И поедете. Но основания какие? Основания, вы мне скажите, для проверки документов. Проверка документов в точном пункте нету такого. Оснований нет таких в точном пункте. 84.13 есть. 864. Вот он, полностью распечатан. Вот он, 106 пункт. Основания для проверки документов, необходимых для участия в дорожном движении, являются выявление признаков нарушения правил дорожного движения. Вы выявили у меня что-нибудь из признаков правил дорожного движения? Я нарушил что-то? Протокол будете какое-нибудь постановление выписывать? Не будем вам протоколы постановления. Наличие ориентировок, либо иных данных, свидетельства о причастности водителя транспортного средства к сравнению ДТП, преступления, административного правонарушения, использования транспортного средства в противоправных целях, а также дающих основания полагать, что транспортное средство находится в розыске. Есть у вас какие-то такие основания? Может, вы в розыске находитесь? Ну так и говорите, у меня есть основания, что вы находите в розыске. Федеральный закон о полиции номер 3, статья 5, пункт 7. Ознакомьте меня, пожалуйста. Водительский удостоверение. Я вам предъявил документ. Предъявили, что вы сотрудник, что вы меня, что да, вы меня на, что вы сотрудник, вас непосредственно наделили властью, вы меня остановили. Я вас прошу сейчас меня ознакомить, получается, с документами, которыми ограничивают меня на данный момент мое передвижение. Вы же не предъявляете документы. Я вас еще раз прошу. Я вас еще раз прошу. Марат, как? Вы же сами себя только задерживаете, уважаемый водитель. Так понимаете, дело-то в том, что мы хотим жить в правовом государстве, и мы хотим, чтобы вы функцию свою выполняли так, как она вам приписана. Если вам приписано, что выявлять правонарушение, если вы меня за правонарушение сняли, я вам передам документы, и вы сейчас будете писать мне либо постановление, либо протокол. Нет. Для чего вы... Для чего вам документы? Просто для чего? Но я вам сейчас передам, мне придется на вас жалобу написать. Пожалуйста. Счастливая служба. Что это вам даст? Что даст? Да. Ну как что даст мне? Какой девушке? Наберите народный дружинник. Народный дружинник, наберите, посмотрите. Если у вас ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, федеральный закон о полиции стоит. Горит. 20 метров, двух понятых. 20 метров, рулетку 20 метров. Хорошо, рулетку 20 метров.